Всем привет! С вами Женя. Всем привет! Саша, который уже поприветствовался. Класс! И мы играем сегодня в Айзека, моего любимого Айзека. О, уменьшаемся, давай. Да. Мы уменьшаемся и прыгаем в подземелье. Сегодня я предлагаю тебе поиграть обычного Айзека, в обычный забег, пойти, не напрягаясь, просто на прохождение. Ну, короче, просто кайфануть. Да. Хочу пойти за Лилит. И давай откроем Лилит. А что делать-то надо? Расскажи, что делать. Это мы сейчас пойдем. Это надо... Это все-таки не напряжно. Не напряжно. Ну, слушай, если собрать хороший сет, то не напряжно. Ну, ну хорошо. За кого я буду играть? Давай посмотрим за альтернативу, что есть. Давай. Так, чтобы... О, Лазарь альтернативный есть. Чего-нибудь. Кстати, а тебе Эден нравится же, да? Да, очень нравится. Да. Вот можно за него пойти, тут у него, видишь, как раз не открыто. Давай. Я не знаю, чем он мне понравился, но я... Ну, механика у него клёвая. Да. Непредсказуемая, да? Да, слишком непредсказуемая. Сейчас можно водичку поближе? Да, можно. Все, водичка ближе, все, мы готовы. Мы идем за Лилит и альтернативного Эдена. На харде идем. Ребятки, заваривайте чаек, и мы полетели. Спускаемся. Ну, грубая шарманка. Так, где он там? Вот он. Вот и тоже с чувачком. Блин. А что у меня за предмет? Так, банка... Кстати, я не знаю, это банка, по-моему, сбора сердец, если я не ошибаюсь. Если ты рисовали. Ну, а помощник стреляет. Помощник стреляет, очень круто. Видел, у него такое поле было, он от себя отнажал выстрел. О, мухи! А, это все-таки мух, где... Ой, слушай, ну это вообще крутяк. Короче, убиваешь максимум 20 мух, можешь хранить в банке, убиваешь монстриков, получаешь мух. О-о-о-о-о. Активируешь в любой момент. Слушай, мне очень нравится, я бы не хотел получить его. О, мистер Чак, можно я возьму? Будьте. У меня же удвоение монстров идет на шкатулку. Да. Думаю, что он тоже... Литл Чаби! Такой няшный. Смотри, он проел всех. Он очень нравится. Он какашку съел. Ты такой дед. Дед. Нифига он прогрызает просто один удар. Но он опасный. Просто он такой неповоротливый немного, да? И пытается так подуправлять. Да. Так, будем иметь в виду, что тут свинка лежит. А что дает? Если в тебя попадает монстр, тебе монетка выпадает. Ну, представь, крестик. Это по деньгам. Да, кстати, можно как раз взорвать, подходи. Знаешь, тоже... А, тут вряд ли не дотянется, наверное. Не важно. Да, не дотянется. Ну ладно, тогда здесь. Кому? Ты не против, если я возьму? Да. Так, мы проходим, не торопясь, собираем все, так что погнали. Чем больше, тем лучше. Я понимаю, что, конечно, круто было бы еще забежать по каким-нибудь интересным комнатам. Не, давай, мы открываем альтернативу. Да. Может быть, ты же сказала, хочешь поиграть, может быть, мы сегодня 20 где-то даже сделаем. Небольшой перерыв. Да. Как пойдет? Как пойдет. Будем, короче, собирать по максимуму. Ну, пошли. Че, будешь озвучивать босса? Нет, озвучу босса сегодня. Джемини! Я знаю, что надо озвучивать мультики, которые между этажами. А, точно это. Да, слушай, два чап крутя. Мне нравится. Съешь его, че? Пас. Он не знает, за кем бежать. Есть. О, ХП. А ты хватай жемчужины маме. Будешь мамку собирать. Да. Так, у нас... Слушай, а у тебя есть это, треничка. Можешь ее, пожалуйста, оставить? Вдруг нам не попадется еще по пути. Сюда? Да, прям выкладывай. R2 зажми, пожалуйста. Блин, я как тупой постоянно спрашиваешь. Она нормальная треничка или... Ладно, за подъем монетки может выпасть бомба. Ну ладно. Немножко. Как бы она хорошая, но а вдруг нам не попадется? А вдруг не попадется? Да, и денег не смог.
У меня был такой забег, что я шла целенаправленно прям до мамки, и никакие мне ни одной клинички не выпало. Но мне повезло, и мне попался потом предмет красный ключ. Слушай, знаешь, что я тебе хочу предложить? А, нажми палку. Я, короче, в инсте сторик сделал, я тебе забыл сказать. Я предлагаю тебе репост. О, да, сейчас, да, секунду. Давай. Ничего? Конечно, ничего. Мне кажется, это будет хорошо. Да. Ну, может, прям, может, посмотреть, может, прям, да. Давай. Сейчас. Ты много мне сегодня снимал, да? Да. Я сегодня уже стримила. Чуть-чуть. Лепила, и Саше предложил постримить. Лепку. Да, да, мы немножко... Все, отправилось. Класс. О, раз я... Сейчас, раз я тут, давай гляну. Все, супер. Угу. Все, я готова. Я тоже. Полетели дальше. Да, полетели. Класс, здорово, что тебе тоже поможет. Да, мне тоже. Это нравится. Ой. О. Хорош, мухи. Мухи вообще прям класс. Кстати, урон... А, подожди, по-моему, урон от мух от твоего тоже зависит. Нет-нет-нет! Станьте там бочка. Я вот уже переживаю, что будет. Давай, да, отойдем. Мух не потерять. А! Стой! Вообще прям рядышком. Взрывная бочка. Взрывная бочка. А тут оказалось пусто. Не густо. Так, вот этот черный взрывной. Пойдем. Там мне? О, кстати. Но это всегда видит секретки. Ну, там мне. Или тебе. Если... Нет, тебе, если да, меня ударят, и... то я потеряю. Крестик, кстати. Да, можно и тут проверить как раз теперь. Теперь ты не оказался. Ой. Да ничего. Класс. Угу, какой денежный чувак оказался. Пойдем, да. О, что это за фигня? Слушай, я такая глупая. Ой, я не знаю, слушай, что это за... Ты возьмешь. Давай, какой новый, новый предмет. Бери, бери, бери. Money равно health. Да, деньги лечат. О, это сегодняшка. Знаешь, почему я сказала, что я глупая? Почему? Я взяла очки, благодаря которым я беру секретку, и проверяю, есть ли секретка. А. Бомбу потратила. А. Не, ну там я, правда, еще сердечко взяла, так что все нормально. Так, а здесь две понадобятся. Бомбы не достанет. Да. Мне нужны предметы. Да, сейчас возьмешь после босса. Думаю, так, вот это сердце пока можно поднимать. Не поднимать. Ну, денег не так много. Если бы было 7, то можно было попробовать. Baby Plum! Ой, я забыла мультик озвучивать, сказала. Давай озвучивать мультик и забыла. Вот, сейчас я точно озвучу. Если не умрет. Ну, не раз. Мои чабы съели. Отстой. О, можешь взять. Это тоже хп ап. Я беру? Да, хватай. Вот я думаю пойти по английским комнатам сейчас. Да? Да. А я могу поменять счет сердца, например. Да? Да. Я что припомню? Что припомню? Вот это кольцо. Короче, заряжаешь вот и это? Вот так делаешь. Беру. Вот это тоже прикольно, но слишком дорого стоит. Ну блин, я могу и то взять. И ты останешься с одним сердцем. Извини. А, нет, садим, да. Рискнуть может? О, вот это тогда. Бери. Может рискнуть? А, с двумя сердцами. Но если тебя тебе собьют, то потеряется смысл.
вот это вот предметы. Это и дьявольская, и ангельская открывается. Может быть, меня ударят, и у меня что-то тоже альтернативное? Ну, давай. Давай, ладно. Сказала на прохождение. Идем. О, там же сердца, да, были? Сейчас давай. Ты не коксайся. А я попробую с него вытащить что-то. Ну, что ты жадный такой? Негодяй. Вот эта штука атакует, да? Да. Ну, что-то так выдохнул тяжело. Да, просто что такое? Ты прям на какого... Подожди. Мы не нашли суперсекрет. Пойдем. Ой, мы еще сюда не зашли. Почему? Кто это? Нормальный дьявольский артефакт. Кто берет? Отличный дьявольский артефакт. Дамаг даешь. Давай ты бери. Нет, бери. Спасибо. Плюс, если... Да. Короче, фул предметов хороший у тебя. Дьявольских. Будет на, ну, на подобные заменять. Постараться. Сейчас мне что-то кажется, что... Где-то... Да, здесь секрет. Слушай, я бы... Опа. Стоп, подожди. А, да. Не иди, чтобы... Подожди, давай вот этого... Я пока потушу костер. Давай. Подожди. Ой! Ух. О, вот это возьму. Немножко скорости. Костер. Пойдем костер, хабай. Слушай, ты похож на чувака, который в жертву, по-моему, принесет сейчас. А, мне кажется, я похож на рэпер. Почему? Ой. Потому что я черный? Нет, я чуть не прыгнула. Зря комнату с щипами. Я заучила мультик. Классно. Неплохо. Судя по твоему тону, это было очень плохо. Они по... Да, по диагонали. Потому что если убиваешь, то стой прямо напротив. И тогда точно все будет плохо. Угу. Вообще. Типа не то. Все. Давай тут просто. Скорость. О, не-не-не-не-не-не, это мы можем... Давай я возьму, я поменяю. Так, а ты, если сам себя можешь бомбануть? Ну, я буду стараться не делать. Все хорошо. А так, они осторожно живы расставят. Не держать дистанцию. О, ты где там? Ну, с этим черным кольцом очень странно держать дистанцию. Ну, я рассчитываю. Я его взял не потому, что... Потому что. Посмотрим. Да. Главное, мы поняли. Так, они все взрываются. Ух, ты меня прикрыла. Деньги, там секретка. О, полёт, да. Ну кто летает? Блин, сори. Давай ты. Я летаю. Тебе еще два предмета подойдет. Посмотрим, там, смотря что дадут.
все-таки есть куда. Москве. Где тебе? Где? Да. О, на 17 день. Пойдем с вами? Пойдем. Что это за новая фигня какая-то? О, мы открыли. Это активный предмет, приваривать пленничку, по-моему. Есть пассивный предмет, который мне мухи нравятся. Ну, мне тоже не люблю. Мне ни в коем случае нельзя шкатулку менять, так что мы можем вот так сделать. О, да, вот так. Нет! Давай чувака взорвем. Танец. По-моему, вопли. Да, по-моему, тоже. Давай не будем тратить деньги. На следующую тоже поищу. Магас. О! Йоу. Значит, я доможусь. Давай. А можно сейчас в магазине почиться? Да. Слушай, как прикольно. Круто быть... О, у тебя сердце появилось. Что? Нет, этот. А, да? Да, у тебя третье сердце появилось. Так ты смотри, у меня второй чувачок родился. О, круто. Она же от повреждений по ней рожает чуваков. О. Там должно сколько-то повреждений попасть. Ты знаешь, кто ты? Эксперт по Азии. Точно. Вот я. Но автомат что-то жадно себе. Ну, ничего страшного. Надо еще пиздец найти. Все, пойдем посмотрим вот здесь вот сейчас еще раз. Мы еще что полезное достаем. Ну давай. Давай. Да. Автомат не жадничай. Да что ж ты автомат? Жадничай. Ну, это давай вот я... это ни в коем случае брать. Давай я вот это возьму. Давай. Паук! Класс. Ну, давай подожди, сердце еще. Опа, у меня этот пропало сердце. Может, ну ладно. А почему? Наверное, какой-то прикол есть. Ну хорошо, что он не дал, потому что я смогла хоть. О, мы уже дошли до босса. Слушай, а давай. Ты же не за тупан, давай рискнем. На босса, да? Пойдем на босса? Нет, в смысле. А давай, если с него сердца выпадут, то мы сходим. Ну еще. Давай. Мега Мау. Мэу. Мега Мэу. Ой! Ну я за тупан. Ничего, ничего. Больше не попадайся. Я кинул мост. Ладно, ничего страшного. Хватай ключ. Давай зайдем. Да, давай зайдем. О, давай. Хороший, дома. Я хочу у тебя делириума. Можно? Но это вообще, по идее, логично было бы мне взять. Да, бери. А подожди, или это активный? Нет? Не знаю, не знаю, не знаю. Блин, и что делать? А что таблетка дает у меня? Это мы сейчас рестарт не мутаж. Еще раз пройдем. А, прям сейчас? Да, ну вот ты еще раз коснешься. Возьмет дерево? А, блин, а если это активно? Да, будет обидно, если активно. То за зря. Я не помню. Могу посмотреть. Давай, давай. Давай посмотрим, это важно. Подожди, а возьми вот тот предмет. Можно, да? Вот да, это? Бери, бери, бери. Опа. Он активный. Блин. Что это? Что это? Это стрелять лазером. Блин! А как ты так перепутал? А я помню, что классно, привет, но забыл, что активно. Черт. То есть мне его не брать? Ну да. Ну, либо мы берем и ты идешь всегда с лазером. Точнее, ну не всегда, пусть это активно же стрелять. Когда надо. Ну, таблетку прожимаем. Либо, прожимаем. Давай, я посмотрю. Сейчас, ребят, посмотрим. То есть мы уже, получается... Одно сердце пропало. Ничего страшного. Я считаю. Допустим, что... Сейчас посмотрим вот этого делюма, если это то, что нужно. Мы заново этаж будем, да, проходить? Вон он, вон он, вон. Вот он. Помощник. Давай, бери. Бери. Да? Не активный? Пассивный, помощник. Пассивный, бери. Черт. Вот тот предмет взял. Ты мне сказала, так что... Так у меня одно сердце останется. Ну, кто виноват? Нет, я не буду брать. Я возьму.
А почему ты не будешь? Возьми. А я не буду брать, мы сейчас автомат не сможем использовать. И что делать? Не берем. Нет, берем. Я беру. Я жадный. Не, взять сердце? А, ладно, автомат. Да! Нет. Нет. Портатив. А может я возьму? А мы сейчас атаки начнем. Я надеюсь, что с него выпадет хп-ап и... Так, я половинчику возьму. Я прожимаю? Или пока еще нет? А, у нас еще этаж есть. Можем пройтись. Правда... О! Подай. О! О! Ты ж летаешь. Ну да, теперь я летаю. Так, ты что делаем? Ты смотри, а то меня подкнуть могут. Я же такой парень. Ну ладно, допустим, я не кот. Блин, нет, страшно! Я же сказал. О, надо было тебе тогда актив пожелать сразу. Да как? Ну, я такой видишь знать. Такой и сразу. Да чё, я... Это были этаж. Я тупой. А куда мы идем вообще? Зачистить этаж, я что сказала. Давай зачистим этаж, прежде чем его перепроходить. Но... Пойдем, я тот предмет возьму, дьявольский актив. Так что твое сердце опало не зря. Если не закрылась комната. А, у тебя головешка есть. Ой, это магазин. Какая еще головешка? А, голова дьявола, так что будет открыта комната. Так, что делать? Что круче? Что за ключ в итоге? Папин ключ. Давай его прожим. А он открывает просто комнату. Секретки открывает, мега-сатану открывает. Но мы к нему и не попадем. Мы идем открывать альтернативный велик. Слушай, а что если что? Еще один клюк? Он даст новый предмет? О, даст. Что это? Пакет беру на голову. Больше мешочков. Больше стафа. Вот, все, погнали. Отсюда. Смотри, пакет на голове. А похоже на город. Надо положить. Я просто от эпичности происходящего что-то растерялся. Поиспал. Я растерялся. Какой глупый. Да. Ну, ты видишь, какая у меня атака просто? Пауки, видишь, обескураживают. Полное, типа как в прошлый раз, это двойное срабатывание активного предмета, это вообще просто куча бейбиков. Помните. За один заход. Это стоп. Ой-ой. Сейчас я всех... Если что, может, да, за грибочком стоит. Вот это прикольно, да, дает? О, магический слез. Это потом. Стоим сейчас. 100% дьявольской комнаты. Давай взорвем вот этого чувака. Давай. Так, а что дает моя активка-то? Бримстоун. А. На в одну комнату. Сейчас куда пойдет. Блин. Все получили. Нет, нет, нет. Слушай, а что за активка? Наносит урон врагам 40, там, единицу урона, но забирает у тебя сердце. Что за дичь? Просто... Можно я вас? Хорошо. Ну, есть... Я понял, надо быть осторожным, надо, да? Надо быть осторожным и мне рядом с тобой ходить. Давай может, взорву. Кстати, да, взрывать грибочки. Может, с них какой-нибудь грибочек упал. Нет, не упал. Смотрите.
Что? Угу. Тут я пухну. Ой, я что-то сюда залетела, такая на радости. Ты чё, бери? Давай вот этого чувака бахнем. Я надеюсь на деньги. Хочу сердечко купить. Пока никто ничего не берет. 3 монетки. Ой, точно, я так зашел, как будто у нас... Ну ты сэр, видишь, в шляпе. Да, 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 как будто 300 монет. Взорвать? Кстати, можешь взять вот. Нет, не хочу. Ну ладно. Могу, но не хочу. Кто кого перебомбит? Ой, а, стоит. Меня съели. Давай, давай камушки постреляем. Давай. Кстати, да, давай. Вдруг попадется нам сокровищница. Давай все камушки делаем. Давай. Так, все, сейчас там секрет открыть. Ты? Что это? Золотой ключ. Пошлите. Убиваем. А, ладно. Ну. А были еще камни на этаже? Вроде вот в последнем патче, что пришел, сделали 100% шанс, что на одном этаже обязательно одна ветка сокровищница. Ох, что это? Могу взять? Да, возьму. Ну, что, что это было? Предмет поменял, помните? А, ну это не, не страшно, да. Главное, не шестерка и не единичка, чтобы... Так, дурацкие мухи. Они высосывают. Я пока говорил, они уже умерли. Кидай бомбу на камни. Ой! Смотри, у тебя жизнь... Да. Мы с тобой хоть и крутые, но... Надо с тобой побольше. Можно я тогда себе куплю сердце? Можешь купить сердце. Тогда в магазин. И я же все-таки могу себе позволить. Да. С тобой, сэр. Капаки. Ой, вот это бы купить. Слушай, а давай вот так сделаем. Подходи. Давай. Подожди, не трать! Да, сэр, в колпаке. Так, тебе рассказывают, что ты купил. А, я купила батареечку, она... Ага, о! Будет давать батареечки, это спутник, ну и может замораживать тоже врагов. О, класс. Вот если с него будут сыпаться батареечки в комнате, то я смогу собирать и удваивать еще больше помощников. Оу, супер. Слушай, а в итоге не было, да, никакой сокровищницы? Ну ладно, пойдем в босс. Пойдем. Погнали. Рак, мига! Так, так, так! Ой! Он быстро умер. И ты его подорвал. Так, как, кто берет? Это просто коллекция карт. Давай я возьму, потому что... Я вот это возьму. Так, это у нас секреточка, смерть. Чё это взять? Быть как... Сейчас... Сейчас вот это надо прожить. Yes, yes. Так, а это что? Двойни бомб. Супер. А можешь взять вот эту... Сейчас буду. Вот эту карточку, да? Все, погнали. Погнали. А, подожди, а поднимай вот здесь вот эти камушки тоже. И вот тут. Угу. Ладно. Идем, да. Хорошо, идем. Да? Слушай, у меня тоже так иногда бывает. У меня снится сон. И я думала, что я проснусь.
ну, просыпаюсь, а я просыпаюсь, а оказывается, это тоже сон. Подожди, это босс челлендж. Опасный ты? Ну, вообще. Взрыва опасно. Мне нравится. О, я сейчас прилечу. Давай. Что убить, да? Что убить? Кто? Что я сделал? Меня коснули или я что-то нажал? Ты коснулся? Или я что-то прожал? Зачем я это сделал? Не знаю. У тебя бримстон. Локал. Какой бримстон? Ты заряжаешься. Как? Ну, заряди быстро. Как? А, нет, подожди. Саш, игра залагала. А смотри, у тебя пул предмет. А, у тебя и бримстоун, и это, и взрывный бомб. Прикол. Пандора с Варсиком. Я не понял вообще просто, что произошло же. Ну, колючий сундук это ты сам коснулся, да, а там я не знаю, что произошло. Я не нажимал активный предмет. Может, случайно? Ну, может быть, рефлектор. Ладно, я убрал прям палец. Смотри, костяное сердце не потеряй. Блин, осторожно. Да, да. Давай мне сердце дадим. Чик-чик-червяк. 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 Лизуны. Ох, ё. Ёлки-то. Да что ж. О, скидка. Давай, я возьму, чтобы всегда было. Взрываю чуваков. Скромненько. Да, да, я что-то заскромничался. Заскромничался, такое слово есть еще? Почему? Застеснялся. Спасибо. Здорово. О, у тебя чувак еще не родился. О, класс, класс, класс. Вижу, да, что чувак родился. Все, все ровно. А, наверное. Ну, камни по... Да, давай, взрываю все камни. Сейчас я рядом с тобой. Ты мне давай не бомби, а то... Не буду, не буду. Сердец больше нет. Главное себя еще не убить. Сэр. Взорвите, пожалуйста, камни. Сэр. Сэр. Давай прям туда. Ёлки мотал? Да. Это как? Ёлочки. Ёлки-моталки. 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 Ну давай. Так, так, так. Давай. Да и ладно. О! Че это? Ну, сейчас с него можно сердиться. А-а-а! Да. Хотя, может, стоило в магазин сначала зайти. Мне кажется, у меня больше удачи, чем у тебя. На 0,4. О, кстати, оставь муху себе. Муху? Да, ты муху побей. А ты возьмешь себе что-нибудь? Окей. А мы сейчас это все в комнате у босса скинем. Блин, он ничего не дал. Деньги кончились. Ну, так, а что у нас? Золотой комнаты не было. Пойдем искать. Подожди, может, мы еще найдем. Тут ты им там подложил. Они не ожидали, как я подстал. Ну давай, уничтожаем. В этом. Ты на меня удачи. Не, это тебе. Да ты поторопилась. Да. Дурацкие! Ну все. Или не сэр. Ты все равно сэр. Я почти сдох! Опа! Ой! Так. Хорош, умирает. О. У меня нож летает вокруг меня. Класс, это очень здорово. Пойдем тебе сердец возьмем. Пойдем. Я чуть не спикнул. Сердец нет.
Слышишь? Я чуть не слышу. Это такие поновали? Да. У меня одно сердце осталось. О. Ты что, пробиваешь камни насквозь? Нет. Тебя слезы пробивают. А, у тебя вот эти цивные слезы. Кислотные. Желтый, видишь? Да. Походу, чем... А, еще ты чем больше стреляешь во врагов, тем больше у тебя повреждений. Давай, чувак, мы тебя ждем. Ой! Ну, ты вообще... Давай вот это мне, а вот это тебе. И вот это. Я ж... наглая. Я ж наглая. Жена наглая. Жена наглая. Идите далеко. Так, скажите, пожалуйста, что у меня за книга? Хорошая книга, на боссик возьмешь. Это как у Юнги. Увеличивает дамаг. Классно, конечно. Блин, тебе бы сердечко найти. Да. Заходи. Хорош. Я нервничал. О, у меня нет ринчики, зато... Ой-ой-ой-ой-ой-ой! Я не специально. Надо тренечку мне взять. У тебя есть? Нету, нету. Есть. Черный. Рок. А. Это мне. А карта? У тебя карта нет. Что за карта? Взять? А, хватай их золото. А, у нас бесконечный ключ. Может, на следующем этаже есть. Ты что, телепортнемся куда-нибудь? Ну, точнее, не куда-нибудь, а конкретно в золотую комнату. У нас их будет. Да блин, вот нет чего полезного. Так, святой крест. Хуя. Давай поменяем. О, слезы стрел. Насквозь. Не? Нет, мне. Может, мне все-таки? Мне. Бери. Хочу. Буду насквозь стрелять куча чуваков. Да. Класс. Обосновал? Нормально? Так. Пойдем в босс сезон? Да, пойдем в босс. А, снизу мне вы. Так, да. Да, у меня затянуло. Всё, да, прям заходим и прожимаем свой. Sister Beast! Класс. Так, что это? Что это? Что это? За мне? Да, бери. И вот это? А, подожди, у меня все сдвинулось. Ну, я понимаю, ну бери помадку, у тебя есть тупика. Бери половинку, пойдем. Че, куда пойдем? Ну, в райскую. А, и райская открыть крылась. Ну слушай, наверное, лучше вануться, да, гонять. Ну как хочешь. У меня из жизни нет. У меня тоже нет. Ну пойдем. Вафля! Бери. Не знаю, что это значит. Ты так обрадовался. Да. А, есть этажи последующие, где если тебя ударяют, то снимают по целому сердцу. Но вафля всегда дает тебе только половинку. Класс. Это крутой пример. Давай взорвем ангела. Че? А сможем? Не, мы не сможем. Мы убьем его. Да? Порвем. У меня нет больше чуваков. Ну, порвем. Ой! Ух, снова этот пилет. Он такой типа... И такой... 48-hour energy. Мне нужно сердечко. О! Ничего. Размять булки. Не-не, все хорошо, ничего страшного. Бей и ешь таблетку. Shot speed up. Да, правильно. Shot speed up.
Будешь так же быстро стрелять, как я. Так, сердца... Тут нет. Тут нет. Сейчас мы, знаешь, что сделал вот эти вот... О, тренечку, какую мне взять? У тебя есть. Сейчас, погоди. Я уже говорил. Ой, я не то пожала. Сейчас еще принесу. Это нам красные ключики, чтобы запчасти были ключа, чтобы открыть альтернативную игру. Хотя можешь взять вот это, открывать сундуки. А, у нас ключей достаточно. Все, значит, я ее сейчас скину тоже. А рака возьму с собой. Рачок. Да ёлки-моталки, что я отрыгиваю. Когда? Да я сижу и отрыгиваю просто вообще как... Как не знаю где. Ты даже не заметила? Не, вообще ни разу. Я стараюсь не палиться. Ну так, такой... а зачем ты говоришь, палишься? Ну потому что я сам себе уже надоел. Ну раз ты признался нам честно, то прекращай, да? Я не могу ничего с собой сделать, понимаешь? Я думала, что здесь сердца есть. Блин. Слушай, ты так сказала, как будто отрыгивать это плохо. Нет, нормально просто. Просто что? Не знаю. Ну что? Ну, я все-таки типа. Ну что? Давай черепушку зарвем. Давай. Отходи, Бубу. Ничего не дал. Все, погнали. Погнали. Опа. Нет, вот бумага кончилась, еще и спалили. Так, вот он, этот этаж. Сейчас надо еще найти черепок с крестиком, чтобы карту забрать возврат. Чтобы пройти сюда и... Мне сердце надо достичь. Мне тоже. Если что, можешь прожимать свой предмет. Да, активно. Я готов. О, у тебя... Подожди, а, это активный предмет. Это я подумал. Вот он, камень с крестиком. Хватает. Так, ну пойдем вниз. Хорош. Хорошо. О, это прям босс сразу. Не, нам надо тебе сердечко найти. Надо. И мне найти. Надо. Бесящих призраки. Слушай, сердец не дает. Не знаю, чего я испугался, но... я тоже что-то немножко. Не на свободе. Блин, что-то себя тут. Такие большие комнаты, что, пойдем? Пойдем. Без вариантов. Да. А, там секретка. О, такая же комната. Кто, меня кто-то съел? Меня кто-то копил. Подожди, а кто нас покоцал? Не знаю, я так не понял. Я тоже не поняла, что за дела? Я костяное сердце готов. О, в магазин телепортироваться. Ключей полно. Давай взорвем чувака. О, там это, золотая комната. Да. А, слезы гвоздь. Ну, если тебе надо, то бери. Интересно, как тут со сквозными слезами будет? Будет ли вообще? Хочешь, я возьму. Да, давай-ка возьми ты. Хорошо, слушай. О, да, у меня, слушай, у меня тут стандартный дамаг что-то прям с самого начала. Надо, давай, бери ты. Ё-моё. А я не знала, кстати, что гвозди дают. Урон. Какая-то новая штука. Я знаю, что они сильно отталкивают. Ой-ой-ой. Поэтому это было бы странно, да, при сквозных слезах брать отталкивай. Так, пойдем в магазин найдем. На этот раз я не допущу этой ошибки. Плюс все по скидке. Блин.
Да блин, откуда вы? Так, тут кентакли грязи надо познать. Точно. О, магазин. Ну и... Мне не нравится то, что здесь лежит, да, что-то другое. А это что это? О, сердечко! О, это святая. Может, я возьму? Это активный предмет, его надо постоянно заряжать. А, ладно. Если ты его потеряешь, то не сажаль. Давай возьмем сердечко. Хочу это мясо. Давай. Пойдем катить. Пойдем. Зарываю. Так, а сколько там стоило? 14, 14. Да? 12. А чё? Чё? И ты стоишь, и я не могу обмыть. Он завис на тебе. Ой. Я выхожу туда. Ой, ты чуть на камень не напоролся, осторожно! Где колонн? Ну где ты еще? Стой! Стой. Там колючий. Да, я уже. Собирай бомбу, бомбу, бомбу! Бомбу, бомбу. О! Давай взорву. Не знаю, на каком языке я говорю, но... Как ты говоришь, главное, что ты меня понял. Да. Давай, ты что ты боишься? Может, пойдем уже отсюда? Лапка гадит. Ты можешь одно красное, а три синих сделать? Нет, не хочу. Я говорю, можешь, а не хочешь. А, ты можешь сделать. У меня тоже чувачок есть. Опа. Ну почему? Так, а где я там автомат поставил? Вот здесь. Давай взорвём его. Давай. Есть! Две монетки. Погнали. Блин, у меня... Чё? Всё хорошо. Чё у тебя на голове? А, у тебя защита от взрывов есть. Класс. Это круто. Конечно. Взрывные боссы тебе ни почём. Я сам обзорву. О, да. Всё. Опять ты там стоишь. Да ёлки-палки. Не даешь мне залезть на лестницу. Нет, за... Бежать, нормально? Нет, все хорошо, я так переживаю, что мне всего одна. Сейчас, давай еще вот эти два черепка взорву. Ну, раз нам такая удача. Угу. Ладно. Ну так как? Почему это там не это у тебя этот принчика полароиде, по-моему, он, видишь, там такая карточка выцвевшая. Шанс замедлить врагов. У меня карточка выцвевшая. Хорошо. Давай вот этот взор. О, бэйби! Да, класс! Драй, бэйби! Драй, бэйби! Кто? Меня кто-то коцнул. Кто это сделал? Не знаю, что у меня за это. У меня что-то там даун, да? Локдаун. Надо выкинуть, да? Или... Ну да. У тебя страшное лицо, двойные выстрелы. О, вот можешь вот эту штучку добавить. Надо мне срочно... Полечиться. Пойдем лечиться. Пойдем лечиться. О, стой, осторожно. Что мы тебя полечим? Что за активка у меня? Это пожертвовать двух помощников. Нет, ни в коем случае. И получить артефакт белоски. У меня всего один. Ой! Зато классно. Один, но классно. Подожди, а зачем я собираю сердца? Я коснут, опять непонятно. А если не плохо? Если не плохо. Осторожно, не принеси себя в жертву.
идем на следующий этаж? Мы идем к мамке. Убийце. Хорошо. Угу. Камни с крестиком. Нет, так, все, дурак у меня с собой, это главное. Ох, ё-моё. Ох, ё-моё, Я сейчас. Никого не поцелу? Нет. Ну, пойдем к мамке. Давай. Мама! Мама! А, меня коснули! О, это у меня рука. Ой! Я сама коснулась. Зачем? Ну иди, уйди, уйди! Да ну! Что так, тихо? Хорошая, прожимай! И черный спланик, черный сердце. И сильнее стал. На комнату. Да, Тёма, Тёма, стой, 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 стой. Я беру черный, ты будешь белый. Готово? Да. Раз, два, три. Хорошо. Да. Кому что? Если не пачка, то да. Можно. Раз, два, три. Хорошо. Ага, так, теперь я хочу вот это. У меня нож. Это очень круто. Я войска помню. Так, пойдем, раз она открылась, пойдем зайдем, пойдем. Посмотрим. Да. Хорошо, что мы зашли. Кому что? Потому что берем и сердце возьми, и все, и ван. А это что? Если в тебя попадают, против тебя влюбляются. Но если в тебя попадают, ты как бы теряешь предмет. А смысл? Ладно? Не имеет смысла тратить на это сердечко. Ну, давай. Плюс у тебя сатанинская Библия. Так, теперь посмотрим. У нас там была батареечка. Пойдем. Ой, не сюда, сейчас. Подожди. Сейчас тебе батареечку возьму. Вон там. Вот тут. А, она маленькая, да? Больше не было, да, батареечек? Нет, больше не было батареечек. Так, сейчас я хочу взять вот эту карту, а ты вот эту возьми. И я хочу обменять твой полароид на дверь, потому что я себе взяла черный, он повышает дамаг. Не помню. Ну, мы же две карточки взяли. Ну, открой дверь. Не-не-не, подойди к двери просто. Открывай. Да, подходи. Да. Ты я твою карту поменяла, да. А себя оставила с дамагом, а то у меня вообще не работает. Я не понял. Так, ко мне нет, ничего нет, все, пойдем, прыгаем сюда. Сколько у меня чувачков? О, хорош. На обратном пути посмотрим. Оба покажут предмет. Я готов уничтожать. Здесь еще магазин будет, но у нас нет денег. Угу. Мы можем сразу пойти вот. В концовку, да. Да? Жми свой карточку. Один? Да. Не хочу просто этаж жесткий. Ну все, погнали спускаться. Точнее, подниматься. А-а-а. Или что-то я туплю и... То, что у тебя нож, это огонь. У меня кот сюда. Ну, поднимай. Главное, чтобы я выжила, до конца дошла. Да. Потому что мы, ну, за меня надо открывать. Да. У тебя офигенный черт. Давай поменяемся. R2 зажми, пожалуйста. Это скорость полета слизи. Вот. Но зато червяк — это само наводящиеся слезы. Я не могу. Че, он. Да, в камне стреляется. Давай вот это возьму. Ой. Сердечко. Класс, хорошо, хорошо. Сейчас золотую комнату найдем, посмотрим, что там было.
ты на таблеточке жив. Знаю, что шанс маленький, но давай попробуем. Нет, не повезло. Только прорать он не успел, да. Стой. Нет. О, дамаг! Ну, бери ты. Все, класс. Все, поднимаемся. Да, давай. Хорошо идет, да? Да. Жесткий человек. Чего? Блин. Жми свой активный предмет. Сейчас заходим в комнату и прожимай. Давай. Он тебе по половинке черного сердца передал. А-а-а. Кстати, раньше давал по одному черному сердцу, в целом. О, у тебя 5 делений. О, класс. А у тебя еще враги в пауков превращаются и косы. Блин, вообще просто. Класс, мне надо еще какой-то. Я ж надо. Беру часть ключа. И ты возьми на всякий случай. Да, вот так. Но не прижимай. Потому что ты прям такой это. Как терминатор. Терминатор. Как зарядишь свой гвоздь? Забыл, как называется. Сразу прижимай. У меня куча пауков, кажется, сейчас будет. Вот, заряди. А надо было зайти. А-а-а. Он еще урон дает. Хорошо. А, тут ничего. А зачем я его пошел? Ну, пойдем, ладно. Ничего. Это архитектурно. Да. Мне кажется, мы должны уничтожить всех. Ди не успел тебе я сказать. Даже не подозрел. Что за красная таблетка? Это наносит 999 урона, и ты умираешь. А, то есть я могу всех пожертвовать. Да, жертву принести. Начинал. Подожди, стой. И дал. Хорошо. Ты ключ потерял красный. Нет. Да. Нет, не потеряли. Да ё-моё! Ты у меня кос. А ты тут кос. Да. Ты думал, я кос. У тебя... Нет, не у тебя. А, это вот этот вот один из чуваков делает муху. Зелёная вот эта, это она взрывная. Поэтому у меня и кос нас. Ты... Короче... Чё, идём, да? Волнительно. Нажимай книжку. Класс. Собрал себе картошек. У меня телерю. О, он возвращается к тебе, да? Ну, а раз ты там выходи, да. Слушай, что-то жирные черви прям на раз вылетают. Ой, опять эти мучи потеряли. Я опять получил! Дважды урон. У меня одну синюю сверху. Нажимай книжку. Давай, не теряй больше. Что за ерунда? Это нечестно. Что
какой-то. Иди отсюда! Это мой чувачок сам. Я понял. О, мешочек. Вот тут? Подожди-ка сейчас. Угу. Еще камушки еще. У меня носик чил. Хочешь? Хочешь. Все? Да. Идем. Вообще какой-то жуткий. Хорошо, что я маленький. Да, он по тебе. Да. О, подожди, у меня опять это... жизнь. Одна. Боюсь. Супер, оп, оп. Самый наводящий. А возьми док хп. Я. Да. Нет, я не ждал. Нет. Чё книга моя дает? Ой, блин, надо было... Ладно, сейчас нажмёшь, как после того, как убьём кого-нибудь в комнате. Сейчас, что ли? Ну, лучше, если боссов побольше будет. Давай, ладно, вот сюда зайдём и... Подъёмаем. Сейчас? Да. Что делать-то? А вокруг тебя либо косточки возникают, либо скелетики дружества. Mm-hmm. О. Mm-hmm. Это мне взять? Да. Я понял, убираться на тебе. Ну, ты можешь оставить, пока его скину. Не-не-не, пойдем. Мухи зеленые по неизвестной траектории летают. О, можешь взять батарейчик. О, давай вот этого чувака. На корню? На корню. На донатик. Да. У тебя удачи больше. Давай я могу. Я собрала ключ, и у меня потерялось сердце. Это как? Что? Пердобор. Давай попробуем. Активно. Что за карточка? Прожимай книжку. А чё он? Вообще никакие. Вообще не дал ничего. Хорошо. О! Всё. Вы готовы? Пришли. Да. Давай. Включай дверь. Сейчас пойдем открывать лимит. Альтернативную, да. Класс. То есть мы уже ее посчитаем открыть. Ну, мы ее однозначно откроем, а вот пройдем мы мамку или нет, это вопрос. Ну, коляк, кровать. Я? Да. Наслаждайся. О-о-о, вот это ты крутая. Да тут радиешь, только если у тебя синий. Экспертайзик, пайзик. Ко мне? А можно... Я. Ну давай. Ладно, давай ты. Точно? Да, давай. Ты главное не меняй. Я не буду перечить. О, привет, моя хорошая.
Есть! Мы открыли альтернативную линию. Супер. Осталось теперь только замочить. Я готов замочить. Это шкатулка. Костюмный кабинет. Что, мне оставить мою книжку? Да, да, книжка, она крутая, она из крутого пула придет. Ну и прекрасно. Ну давай. Круто, круто. Может сейчас завалить, да? Я думаю, что у нас все может получиться. Готов? Да. Давай. Если что, подсказывай. Догма! Телек бил. Ааа, непредсказуемые такие вот эти штуки. Да ну! Да что тут? Я умер, что ли? Кто? Ну ты... Это подстава. Жень, я не специально. У тебя кошка. Что у меня за предмет? Можешь проверить. Блин, прости, пожалуйста. Вот блин! Я не специально, честное слово. Она сама попалась. Дома. Мне нельзя умирать. Хо-хо-хо! Хо-хо-хо, ну слушай, Лилит открыли, уже неплохо. Фух! Фух! Ох уж эта кошка уже не первый раз подставляет нам. Вообще просто люто. Спасибо всем за просмотр. Всем пока. Увидимся на следующих прямых трансляциях.